Летнее информационное поле вокруг гранита не оставляет шансов не заметить символизма в соседском расположении в Лунинце, кладбище и стадиона. Клуб из Микошевича многие действительно уже похоронили. Не преждевременно ли? Прямо сейчас мы находимся в самой проблемной точке футбольной Беларуси. Это Лунинец, где играет домашние матчи «Гранит». Что будет с командой во втором круге чемпионата? Давайте узнаем. Для «Гранита» нынешний сезон высшей лиги четвертый. По итогам прошлого команда заняла рекордное для себя пятое место. Результат даже с учетом наличия в клубе хороших футболистов и относительно стабильного финансирования впечатляющий. В 2016-й «Гранит» вошел с обновленным составом. Занял по итогам первого круга девятое место и во время июльской паузы столкнулся с огромными кадровыми трудностями. Дело в том, что предприятие «Гранит», главный спонсор клуба, перестало выделять средства. Из-за задолженности футболисты один за одним начали покидать команду. На данный момент в ней остался лишь один игрок. У нас будет новая команда. Начинаем с нуля. Сейчас много ребят приехало на просмотр. Смотрим, отбираем. Поэтому 29 июля у нас уже будет новая команда. Я думаю, все увидят и оценят ее. Парни в разных тренировочных костюмах, но в манишках одного цвета вполне возможно и станут новым «Гранитом». Прямо сейчас на просмотре в клубе находится около 20 футболистов. С поисками помогает агент из Москвы Андрей Грушин. Больших денег Микошевичек сейчас, конечно, не заработаешь. Зато можно набить статистику. Матчи, голы, голевые передачи. Команда будет молодая. Игроки дублирующих составов. Команд, которые вверху находятся, ищем. Плюс легионеры будут. И по первой лиге лучших тоже футболистов стараемся молодых собрать. Во время товарищеского матча против Слуцка Дмитрий Дударь вместо игры в воротах старательно бегает вокруг поля. Кстати, это именно Дударь, тот самый единственный футболист, который не покинул «Гранит». Во всяком случае, пока. Желание такое у Дмитрия есть, как и есть и варианты, но не отпускают. Развивать диалог на камеру экс-голкипер брестского «Динамо» отказался. Понимаем. Как и понимаем, что не все в массовом исходе футболистов из клуба связано с деньгами. Что касается Слуцка, то сахарники закончили первый круг даже ниже «Гранита». Конечно, недовольны результатом. Предпоследнее место говорит само за себя. Но игрой были хорошие матчи, откровенно провальные. Знаем, где сделали ошибки, поэтому вот и стараемся их исправить. Правда, предпосылок к улучшению турнирной ситуации у парней Вячеслава Григорова объективно побольше. Да, с командой попрощался ряд футболистов, но в отличие от Микошевича, в Слуцке работают с молодежью и готовы ее подтягивать к основе. Короче говоря, есть резервы. Правда, о балансе между опытом и молодостью никто не забывает. Молодежь – это будущее футбола, поэтому будет в идеале, чтобы был сплав молодости, конечно, опыта. Ну, мы стараемся, чтобы молодежь наша подходила. Не исключает Григоров и подписание известных по белорусским меркам футболистов до закрытия трансферного окна. 29 числа узнаете. И все же вернемся к «Граниту». Клубу, который бездарно ведет работу на всех уровнях молодежного футбола, включая дубль, который по ходу сезона опустился на последнее место в таблице посещаемости и до сих пор никак не обозначил себя в медиапространстве. Клубу, в котором практически все не так, но клубу самобытному – это да. И кажется, что возвращение в первую лигу, где можно в более спокойном режиме закрыть все проблемные позиции и заложить фундамент системе развития, пошло бы на пользу. Этакое очищение. Да и братья Бакно за время своего правления в полесском футболе выбирались и не из таких передряг. Мы хотим однозначно остаться в высшей лиге, и мы к этому приложим все максимум усилия. Я всегда команду строил так, что в каком бы мы состоянии ни находились, какие бы футболисты у нас не были, мы всегда только ставим максимальные цели, поэтому даже с этим составом постараемся чего-то добиться и достичь.